палят. Ее надо спрятать сюда, и я решеткой закрою. Вот она. Тут у меня голубь внизу. А на ночь ее нельзя оставлять. Она вот так вот подходит, и вот это вот открывает, а оттуда ветер дует. Она где-то вверху вон там. Вон она где. Давай-ка ее туда сманим. Гляди, как лапа свернула. Подойди поближе-то. Вон туда вон. Погляди, как она делает. Видишь, нет? Да. Свернула. Так, сиди, сиди. Да ладно. Я ее сейчас рыбку дам. Если она не пойдет, то так. Вон она, вот рыбку, Поля. Иди сюда, рыбку, на. Ну, на рыбку. О! Пошла рыжая тут. Ты-то рыжая, лежи, спи. Бац, готово дело. Где она? Вон где пролезла. Иди, Поля. Иди скорее, я тебя туда посажу. Вот она пошла. Так, дай-ка ей мне так. Алло. Подними. Добрый вечер. Поля, иди сюда. Хотим узнать, смотри, скорее, это сегодня или нет? Давай, давай. Во-во-во. Давай скорее. Вот она, Паля, зашла. А, ну, рыбку наешь. Ну, скорее ее закрывать надо. Ой-ой-ой. Да, тихо, ролик записывают с кошками. Все. А я, если бы она не пошла, я бы вот этой вот ее заманул. Да, спали. За ней лазить не надо. Она. Все, он дозвонился. Все, прекрасно. А? Дозвонился. Ну-ка, дай-ка. 400 рублей в день мне положили. Ну. Нормально. Достаточно. Сейчас, подожди. Рома звонит. Ты где находишься? Рома. Все благополучно? Да. А Виктор-то где? Николаевич? Да. Ну, ну сходи попроведай, узнай. А что такое? Ну узнай так, все, все, все. Все, пока, отошел, давай. Хорошо, у тебя все нормально? Да, все. Слава Богу, все, отошел. Одна минута, спаси Христос. Я говорил, он где-то в низинке был. Не дозвонишься, там такая есть это где-то. Ну все, вон она сидит. Все. Сидит, заглядывает. Я надо сейчас сначала в туалет запустить, иначе она ночью тут может. Давай, выходи. Пошли. Пошли, пошли. Вот сюда надо сходить. Вот так, иди сюда. Иди скорее, Пали. Иди скорее. Вот, сходи. В туалет. Давай, 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 давай. Туалет, сходи. Давай. Ну. Ну. Все. Если она выйдет, я ее сразу туда посажу опять. Ночью, главное, встанет, вот так отодвинет. Дыра туда, оттуда сифонит ужасно, как калорифер, только холодный. Мы поэтому придумали, сейчас туда ее сажаем, а рыжая-то она ночью, так, наверное, не подходит даже. Я встаю тут среди ночи-то, проверяю, никогда не открыто. Ну все, сейчас где-то она. Если она ушла, то ушла по делу. Подождать маленько. Роман веселый. Говорит, все нормально. Значит, видимо, какие детали надо для машины. Нашел. Ничего он там еще не знает, что там в деревне. Как. Видишь, наши дела маленькие. Но они интересные. Вот она зашла, говорит, кошек не держит. Она везде гадит. У нас ни разу. Вот котенок, ей 6 месяцев еще нету. И она нигде ни разу не сходила. Вон, вон кошка пошла. Вон, 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 видишь, вон, вон черная где. Видно было? Нет. Вот это свободно. Я его прикармливаю, этого кота черного. Вон она идет. Опа. Все. Давай. Давай. Тай, 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 тай. Убирай хвост. Хвост убирай. Все, я оттуда не выйти. Все. Она любит поиграть пальцем вот так. А ну-ка. Давай. Вон там сбоку надо, сбоку. Вот она где. Ну-ка давай. Сейчас она начнет. Давай. Ой, она где. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ну-ка давай. Ну-ка. Вон там она любит, с той стороны. Вот, вот, смотри, ну-ка давай. С той стороны. Да, любит она. А ну-ка. А. Ай. А. Ай. Сейчас она ляжет. Развернется, вот она, пошла. Так она корябается.
вот она, через решетку. И там лежит тряпка, она ее вытаскивает в другом месте и под голову кладет. То ли так получается, то ли еще. Все. На этом конец. Значит, Роман доехал, мы дверь не запирали. Пойти калитку надо запереть сейчас. У меня заказчика тут идет. Еще 20 полчаса. То, что сейчас разговаривали с Рахилем, с внуками. Все нормально. Все на этом.